Куба. Всем привет. Сегодня 13 сентября 2017 года, и мы пошли нюхать машину. Для начала новая машина. Ее непременно надо обнюхать. Да, интересно. Банда сюсю, ну пошли. Пойдем. Это мексиканцы, видите, лопаты всякие. Ай, автобус. Убегать. Срочно убегать с Кубас. Вот он сейчас будет бросаться. Фу! Гришка, фу! Фу! Он как, он сейчас... О, даже лает. Ну, даже лает, конечно. Не любит он большие машины. Не, собаки любят покой и волю. Погнали, банда. И вот сейчас я вам покажу украинскую, украинский дом отдыха. Фу! Нашли какую-то гадость опять. Украинский дом отдыха. Там, где братья-украинцы орали 3 недели подряд по субботам и воскресеньям. Я сначала думал, какой-то праздник, а нет. Просто хорошее настроение. А дня 3 назад, как раз в субботу, сегодня у нас среда, видите, мусорки стоят. Да, 4 дня назад тут мексиканцы. Вот в той стороне, вот где подсолнух и дальше. Вот, они там песни пели под караоке. Думаю, что ж такое. А потом посмотрел в новостях, оказывается, был какой-то мексиканский праздник большой. Ну, типа, я не знаю, типа Октябрьской революции. И вот они там тоже. А плохо пели в этой караоке. Ну, ничего. Караоке, оно и есть караоке. Гуляли, ну, в 11 часов все. Закруглились. Здесь так полагается. Ночью не может быть шума. Я вчера гулял, кстати. Ну, где-то 10:30, наверное. Тишина по деревне. Интересно. В русских деревнях, как, знаете, как в казарме. Все время кто-то шебуршится. Вот. А здесь уже где-то в 9:30 уже все затихает, если нет никаких праздников. И... Потому что вставать-то рано. В 4-5 встает, чтобы на работу ехать. Вот так. Вот эта дырочка хитрая. Сейчас я вас поведу. Ох, не знаю, что там снимает опять на голове. У меня, я ж не вижу, что там снимает. Ну ладно. Потом вместе посмотрим. Да, ну здесь, конечно, интересные кусты. Вот это вот какая-то трава странная. Они ее очень любят. Пошли. Для желудка. А потом, извиняюсь, отрыгивают ее просто. Ну, типа желудок чистит. Ну все, ну пошли цветы нюхать. Ну как же. Как же цветы, надо понюхать. Нет, не цветы. А что-то такое тут рядом. О. Ну овцы, чисто овцы. Овцы, пошли, все. Нет у меня времени с вами сегодня кормлением заниматься, травой. Пойдем, Мишка. Мишка послушный, а этот хулиган Гринька. Вот так вот. Вот этот дом мы чуть было с женой не купили. Хороший дом, тут мексиканец все так сделал. Вот, и... Но он много запросил. И мы купили другой, да еще и лучше. Но в цене. Ромашки спрятались. Поникли лютики. Почем вы, девочки, красивых любите? О, это яблонька. Ну-ка, стоп. Вот сейчас получше найдем. Вот так. Никому не надо. А мне надо. Вот он. Этот самый дом отдыха. Ну что, пошел лягушку ловить. Лягушки нельзя. Во. Вот здесь они гуляют. Смотрите, мусорок сколько. Синеньким, желтеньким. Это мусорки. А это танцпол. А это детские какие-то забавы. Цветочки. Гришка. Пойдем, банда. Видите, какая большая территория. Там пляж вон.
флаг американский. Здесь тоже детишки, да может и взрослые тоже. А высоко, смотри, железка-то. Качели. Культурный отдых. Пошли, пошли. Опять что-то нюхают. Пойдем. Так, тихо, спокойно. Птички поют. А вот это только... сюда, сюда. Ну ладно, идите там. Идите, идите. Это мусорка. Видите, большая какая. Ну, это прям на весь дом, конечно, этот отдыха. Ну, мусорку надо понюхать, а как же. Я вам пока покажу. Вот эта поляна большая, футбольная. Здесь играет Динамо Киев, Шахтер Донецк. Местные украинцы. Все, пошли. Ну, опять мусорка. Это прям вот что ты. Надо все понюхать. Видите, какая территория большая. Футбольное поле. Мы его еще потом с другой стороны посмотрим. Если удастся. Если у меня камера не отключится. Ну, не должна вообще-то. Пошли. Ну, все, по кустам чисто. Ой, как красиво. А, кстати, вот провода. Кто-то говорил, провода. Провода тоже есть. Но это старая деревня. Возле озера всегда старенькое что-то есть. Потому что там рано люди начали селиться. Удобно ж. Там лес даже какой-то. Пойдем. О, красная колонка. Видно, не видно. Я так головой машу туда-сюда. Вот это колонка для пожарной машины. Все, ну пошел в лес. С лесой знакомиться. Вот бандит, а. Вот, если, не дай бог, пожар, так вот приехали сразу раз. Чем в озеро-то бегать с ведрами, да? О, боже мой, собаки. Вот видите, домики в глубине стоят. Старенькие, конечно. Ой-ой-ой. Ну, сейчас будут отвечать, наверное. Пошли. Да, какой-то собакин там. Живой и гавкает. Пошли. О, мусорка стоит. И видите, красненькие какие-то шарики. На день рождения или там на какой-то праздник всегда такие. Покупают на них надписи. Типа Happy Birthday или что-то еще. Вот. Ну, а потом выбрасывают. Зачем они нужны? Пошли. О, сколько мусора сразу. А здесь, смотрите, вон два кресла стоят. И какой-то костер в камушках. Лепота. Можно сидеть, смотреть на костер и размышлять о хорошем. Ой, солнышко, я немножко голову наклоню, чтобы на солнышко не попасть, а то сгорит вся моя камера. Ну, так вот, я надеюсь, нету. А мы сейчас тенечек зайдем. Вот так. Вот хорошо. Вот они всегда так ходят. Один по одной стороне, а другой по другой, а я посередине, давите меня машины. Бандиты. Эй! Ну не нанюхался еще. Вот смотрите тоже, как видите. Стоят столики. Стульчики, вернее, столик. Белка бежит, но они ее не видят, слава богу. Везет мне на среды. Ну как снимаю, обязательно среда. Пошли, пошли, банда, пошли. Ой, а что-то я пробежал мимо, да? Футбольного-то поля. Ну, на обратном пути. Мы сейчас развернемся. Да, я пропустил что-то, заболтался. Все, банда, пошли назад. Это уже дорога вон. Ну, видите, она какая дорога-то. Не очень-то она и дорога. Нет ни одной машины. Далеко мы что-то сегодня с вами. Зашли почти до конца. Вот тут на въезде должен быть украинский флаг. Раньше был. Сейчас что-то нету. Пойдем, пойдем. Да, нету, сняли. Ну, истрепался. О, какие домики. Вот это уже получше, покрасивее.
Нету, флага нету. Вот здесь вот на углу был, где стоп. Ну вот все-таки какие-то машины ездят, да? Ну мы не будем рисковать. Пойдем назад, банда. Пошли назад, все, хватит. Пойдем. Уже листья красные. Уже все. Ну вот ему интересно, конечно. Свежие машины. Пойдем. Пойдем. Все. Не-не-не-не, Миш, нельзя туда. Нельзя туда. Глубоко не заходите, пожалуйста. Это не будет хорошо. Мне вас оттуда вытаскивать. Пошли, 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 пошли. Хватит. Хватит. У нас еще дорога дальняя домой. Да, хорошо, я, хорошо с ними худеть. Вот так гуляешь и худеешь. Худеешь и гуляешь. Несколько раз над ним. Пойдем, 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 пойдем. Вот еще домик. Видите, как площадка у него впереди. Такая, там можно посидеть. Пошли. Чуть не сказал выпить, да? Нет здесь такого. Ну, могут в воскресенье пиво попить, но это максимум. Вот в деревне ни разу никого пьяного не видел. Ни разу. Пошли, все, ну полез. Это чужое, Мишка. А вот здесь камин какой уличный, видите, сеточкой закрыт. Чтобы искры не разлетались. Пойдем, пойдем. Вот я поле-то хотел показать. Пошли, банда. Видите, вот флажок угловой. И поле. Получше, чем полицейская. Видите, травка какая.